Дорогие друзья, приветствую вас на своем мастер-классе. Если вы смотрите это, значит, вас интересует акварель. Я буду рад показать вам несколько приемов на очень несложных демонстрациях, и я надеюсь, что вы сможете их применить потом в своем творчестве. Давайте приступим. Важно, чтобы доска, на которой мы работаем, отталкивала влагу, чтобы она не впитывала ее. По-моему, это самое приятное – разводить вот такие лужи, брызгать куда-то. В процессе это, по-моему, самое занимательное. Можно смешать несколько цветов и не слишком их перемешивать, чтобы они смешивались прямо на бумаге. Можно добавить туда каких-то капель, брызг. Я бы даже взял кисточку свою любимую, вот эту вот каллиграфическую. Можно сделать такой эффект, похожий солью, но соль будет слишком нарочитый эффект создавать. Работа, когда высыхает, она выглядит по-другому, чем в своем мокром варианте. Кончик, на самом деле, способен творить чудеса. Вот, подписываем.